быть женщиной круто. Можно откровенно ненавидеть футбол, плакать, когда вздумается, и безнаказанно купить себе пару новых туфель. Также женщина-муза. Ради красивых женщин мужчина готов отрезать даже себе левое ухо, как это сделал Ван Гог, кто не помнит. Наши корреспонденты побывали на паре последних дней Ukrainian Fashion Week. Поговорили с дизайнерами и гостями о трех вечных вещах – женщинах, вдохновении и моде. Смотрим! Український тиждень моди співпав зі святкуванням міжнародного жіночого свята. І вкотре нам нагадав, за що боролися, на те і напоролися. Клара Цеткін та Роза Люксембург були в захваті. Повний павільйон жінок. І всі як одна працюють. Стилісти, візажисти, фотографи, моделі, журналісти та, певна річ, дизайнери. Тяжело, когда делаешь нелюбимую работу, а когда занимаешься тем, что нравится, наверное, просто интересно. Сложно, но интересно. А вообще, мне кажется, что приближается матриархат, вот, поэтому женщинам в нашей стране будет легко. Хто ще сумнівається? Чарівна половина людства окупувала фешн-бізнес. А тому так приємно зустріти у цій оранжереї хоча б одну людину, яка й досі вірить, що майбутнє модної індустрії у міцних чоловічих руках. Я считаю, что мужчинам намного проще в мире моды, потому что так или иначе все женщины мира одеваются для мужчин. И вы не можете с этим не согласиться. Поэтому нам, мужчинам, больше знать, как должна выглядеть женщина для того, чтобы она понравилась мужчине. Ми навіть сперечатися не брались. Залишимо цю місію молодій дружині Андре, Аліні Харечко, одній із найуспішніших бізнес-вумен України за версією журналу Forbes. Моя жена очень влияет на то, как поменялся стиль бренда. То есть лекала стали более женственными, формы более, скажем так, не геометрические, вернее, формы стали более округлые. Собственно говоря, то, чем славятся славянские женщины. До речі, вже незабаром у Андре з'явиться донечка. Але навряд чи це якимось чином вплине на кар'єру дизайнера. Адже наші селебритіс вже давно довели. Для них симбіоз батьківства та роботи – штука цілком звична. Я очень точно знаю, что дочке моей нужно внимание, его нужно много, я стараюсь его находить и уделять. Я при этом абсолютно предана своей работе, я ее люблю, без нее не могу жить, без нее я не я. Вот есть женщины по призванию, хранительница очага, домохозяйка, которая делает свою работу на отлично. Я не такой человек, я все-таки где-то, мне хочется и, знаете, заниматься своей работой, чтобы дети мною гордились, чтобы они потом, когда выросли, сказали, а вот наша мама сделала это и это. Ох, не вийде з наших панянок зразкових домогосподарок. Вони у нас роботу люблять. І зовсім не важливо, у вихідний чи на свято. Вони працюють і отримують від цього якесь мазохістське задоволення.